Ты мне говори, что делать, если что, я потому что, ну, хуёво играю, не понимаю, что к чему, блядь. Ну, типа, говори там, сделай то, сделай это там. Синим глаз желтый цвет будет. Вы там... Мне какой цвет? Синим зашел? Блять, ну синим желтый должен был взять. Войд, поменять цвет. Сидим, бери желтый. Ларкас, а обязательно за фиолетового кто-то должен играть или похер? Похер. Там или просто. Это типа доп возможность. Это дополнительная возможность. Он там станет, сможет потом в тыл всякую хуйню, но это я потом сделаю. Бля, ну охуенная идея, вообще мне нравится. Войд, синий цвет бери. Нет, подожди. Нет, 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 убери обратно. Все, поехали. Так, что там? А, я красный, да? Да. Это... А че он, блядь, не вылетит, надеюсь, у нас, блядь, Сигин опять. Ну, все вылетит, он за Алина играет. Ну, так Алин-то, блядь, проебет же. Алин не проебет, нахуй. Он как спамил, так и спамит, блядь. Сигим, ты пробовал способ Wi-Fi подключать напрямую к компу? Ну, я так, на всякий случай спрашиваю. Ну, через роутер, блядь, ясно, хуй, наверное. Ну, да. Ну, типа, провод купить, блядь, и вставить. Я вообще не ну, знаю, да, нахуй не так, что дома провод просто будет, логично. Я не знаю, сколько он стоит, он вроде недорого. Стой, давайте второго разведчика не юзаем никто. Давайте, я хуй знает, механического, что ли. Ну да, 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 верно. Тут смысла нет просто. Смысл это именно экономику вкачивать так, чтобы всегда хватало на здания, на всю херню, на юнитов и на оборонительное сооружение. Просто оно в PvP используется, чтобы, блядь, спиздить реликвию противника. А тут мы друг у друга пиздим, по сути. Надо будет на КД поставить, блядь, там подправить кое-что. Он в самом начале нахуй станет. Вы тоже все реликвии видите, блядь? Да. Я не понимаю, какого хуя тут происходит. Вроде у меня хорошо карта получается. Нет, не надо. Они сами эти будут. Акса, ты что не играешь с нами? Нет, ну, а ты там можешь выпустить героев и так далее. Ну, блядь, вы же будете играть на моей карте, наверное. Смотря что за карта. Название Земли Миана, но вряд ли оно вам о чем-то скажет. Это, ну, стандартная карта, на стандартных играет. Типа. Ну, у меня карта... Один на один здесь. Я сначала 2 на 2 хотел сделать, а потом подумал, блин, по-моему, слишком маленькую делаю. 64 всего. Частая хуйня такая. Надо в тылу вот эту хуйню забрать. Слышь, нихуя он поджег моего дожа, блядь, нихуя себе. Вот я там какую-то способность, блядь, проебал, что она нахуй поджигает. Это способность у Андромолека, которая в лёд, типа, засовывает и дамаг наносит. Андромолек мой любимый герой. Ну все, да, она бесполезна. Типа, там чутка поджигает. Андромолек вроде еще позволяет делать логово стеклянное. В
компании. А хули шахты не заполнил на войт? Ты чё заполнял? Да я, блядь, Миша заполнял. А. Вот эти вот траки, блядь, используются, они сидят как ковчеги. Ну вот, игрок 4, это Сигим. Что делать? Ну, верхнюю галочку. Кикай его нахуй. Блядь. ГЦ, нам победу засчитали, блядь. А за что вы так с Сигимом пили? Да хуй знает. Надо было его на компьютерного игрока поменять, тогда бы не выкинул. Я тебе вот и спрашивал. Дрочка. Надо перезаходить, надо, нет? Да не, прям. Короче, тут, пусть блядь. Четвертый заходит, блядь, в эти вапсы и все. Да. Иначе мы так будем долго ебаться и нормально не протестируем, не поиграем. Ставь комбу давай. Или что, или я в центр? Давайте я в центр. Потому что там центральный город застраивает, там экономика. Да, 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 ты в центре, я с краю. Моя хата справится. Ты комп поставил, нет? Да он мне нахуй не нужен, блядь. Ну давайте поставлю, блядь. Мало ли чё. Нихуя, ещё и предельный ебанутся. Стой, блядь, цвет жёлтый мне должен быть. Пизда нам нахуй. А, блять, это никак не проявится, я ему запретил использовать, ну, войсками управлять. Просто если какой-то город снесут, он начнет чинить, там, блядь, экономику развивать. Да хуй он что починит, там денег-то нету, блядь. Ну да. С драконами нет, ты борщину. Драконов борщину, ну это реально, я хуй знаю, ты надо так быстро развиться, блядь. Ой, блядь, а я второй. Ой, блядь, разведчик зависал. Сука. Что, блядь. Механически все-таки, блядь, ручки помнят. Ну и хотя, если так разобраться, то четвертый игрок все-таки челлендж неплохой создает. Ну, короче, если бы не лагание интернета, было бы вообще все заебись в этой жизни. А там просто человек. Лагающий, нахуй. Ну вообще в любой игре человек, блядь, помогающий. Пехота по ебине, кто-то, блядь, в ебине. Кто-то фонит постоянно. Возможно, я. Нет, не ты, это Акс. Активация голосом стоит. Акс. Ой, стоп, мне надо вы... Что? У тебя фонит. Да. Активацию голоса убери. Телевизор там или что? Либо чувствительность поменьше сделать. У меня не телевизор, у меня игра. А, игра. Наверное, я поставил там, где у меня... Как там это... Ну, система охлаждения компа. Ну ура, меня нейтралки победили на моей карте, как же я рад. Понятно. Я, короче, буду играть в перенос... Сейчас в столице на военный город. Синий у нас кто? Почему два района? Войт. У тебя разве не предел уже не сильно? Лабораторию рано поставил. Нет еще предела. Нету? Странно.
И тут. Вадь, подводи на центр поближе войска. Чтим рацетчик умирает. Мой. Слишком далеко вы. Давай город сразу заберем, да будем за ним прятаться. Я его куплю попозже. Пока что не башу. Пока что смысла нет. Вот эти казармы далеко слишком. Что, Джакома создаем, да, чтобы почаще это снимать хуйню? Да, и станете по очереди. Лакас, отведи вот эти войска назад. Тоже. Город забери. Я его куплю скоро. Еще пока рано, типа, почему? Я его как выкуплю и сразу же начну спамить эти нахуй военные районы. Надо еще этот в прототипах Зика выбрать, чтобы там форт, по-моему, на 10% хп больше становится. Да, Зик, оборону. Башенки улучшит. Да, Зик, оборону улучшай, Зик. А, кстати, стоп, а что это у меня за стрелочки здесь? Где Тимониум залежи? Я еще хуй знает. А потом разберусь. Мы тут немного заняты. Клан, киньте сотку голды. Сейчас кину. Души. Идут до хуя. Там идите. Поехали. Ну конечно, дальнобойные юниты нам все карты, блять, портят.
Наверное, у меня карта все же не земли Мианы. В другом переводится. Да нет, в смысле. Ну не похоже на Миану. Что это может быть? По центру шахта. Отходим, отходим. Какая-то у меня горная местность. У кого синие войска там пошли куда-то нахуй? А вы знаете какие-нибудь земли у Винчи, где много холмов расположено? Ну, горы невысокие. Там, блядь, еще одна локация, я хуй знает. Ну, зайди в компанию, посмотри. Хорошо. Направляйте телескопы сюда и вот сюда. Типа каждый на свой путь. Потому что я свой на центр направил. Что, отходим? Желательно. Давайте отходим. Отходим, отходим, Войд. Сейчас стан дам. Типа, у меня пехоты, блядь, с этого города. И у меня даже казарм только сейчас построились. Строится даже. Желтый герой, войска стоят. Синие войска стоят. А как в редакторе карт координаты посмотреть? Правый верхний угол. А у меня там не изображены никакие координаты. А стоп, здесь какая-то стрелочка. Он это все свернул.
Вот, у тебя этот город выкуплен уже должен быть. Сейчас 2 сотки подкоплю, выкуплю. А вот здесь окна можно включать под мини-картой где? Угу. Это что за окно? А вот, включил. Так, стройте бункеры справа и слева, нахуй. Да я уже коплю на бункер. Вот, это же поставил, Так, вот это вот что? Что-то это хуйня не хилит, по-моему, нихуя. А нет, хилит. Что-то такое уебанское, если честно. Зиг почему-то бесформенный. О, блядь, пришла хуйня. Мы отходить будем? Нет, пушки точно за убьем. Убьем, думаешь? Точно, давай, город отходим. Они не разъебут, надо отходить. Я бы его еще застроил побольше. Ну, типа, ну, не за скажи, него, если что, пойдем. Район, да, я войска стоят везде, ты че, блядь. Не за него, а перед ним стоим, короче, вот прям в упорно. Да, вот так что-то такое. Все по максимуму там же. Что там слева справа нормально держитесь? Да, пока да. Поехали нахуй. Ты тоже построил молот? Да. Это вроде пушка конец света называется. Молот тоже сильнее, чем пушка конец света. Ну, мы так называем. Похуй. Окей. Нормально пушки снесли.
Башенки лучше. Все, у меня город там по максимуму. Вот у тебя там слева проседает, ну, немножко фланг. Нейтральные постройки там прочекайте, все улучшены, не все. Это хуйня идет. Надо сфокусить нахуй. Бать, смотри, юзает, блядь. Изи нахуй, да? Зря ты это сказал. А чё, блядь? Потому это что хуйня. У меня великого города до сих пор нету, потому что да я, блядь, отвлекал. Не, ну на самом деле, у меня, несмотря на это, я вроде держу свой фланг. Блядь. Давайте назад чутка отойдем, а там я один нахуй стою. Надо этого. Должен, наверное, создать. Все никак руки не доходят, сука, создать его. Ларкус. Я поставил аванпост кондотьер, под ним текстура поменялась земли. Это невозможно пофиксить. Нет. Но если ты потом под ним, типа. Если ты убирать потом не будешь, то можно и поверх него, типа. А, да, вот я получилось. Спасибо. А, блядь, это хуйня же вечная, я же забыл. Ну кого там войска желтые стоят? Почему я один дерусь на центре? Потому что озорной. Дракон, в рот его бьет. Да. Фокусить его надо, какая-то норм. Фокусить его надо, дракона ебаного. Фокусим его сейчас всей толпой нахуй. Давай. Пушки по нему нормально бьют? Не, хуёво. Бля. Они что-то по зданиям, посмотри там урон. 8.75 это, блядь, не знаю. Сейчас он подохнет. Ульту качаем. Чё, давайте чёрт, назад. Я заливку текстур сделал, как отменить это действие. Че, может, отойдем? Альдзе. Давай отходим, отходим. Черт. Теперь всю карту перекрасила. Это зызынь, братан. Это зызынь. Чёрт. Эх. Брэх. Нифига себе, я вижу сейчас, как Сигим делает карту офигенно. Если просто у кого-то перелив золота, давайте мне. Я хоть прокачаю Джакума этот щит. У Сигима ну, талант. Щиты по очереди надо будет, когда прокачаем. Я даю, давайте. Хуяк. Ну я по своим, блядь, не похуй, сука. Сказал, подошли бы мы, было бы заебись. Ой, блядь, там говно прет. Фокусируй на говно, пацаны. Давай. Чехильнул.
Блять, не успел. Я посмотрел на каком. Он не останавливается, пацаны, что делать? Ебать, он какую-то хуйню сделал, блядь, что происходит? Слава богу, я на этом моменте сохранил карту. Ребят, может отходим, а? Может пусть это башенки по ним хоть немножко дамажить начнут, а то мы так сливаем, блядь. Синий, что у меня вот этот чувак делает на базе, а? Вала идет. Он почему-то, блядь, форму потерял, не знаю. Я не помню, как я сделал это в прошлый раз. Заливку текстур взять, я переделаю все. Как я это сделал-то? Не заливку текстур, конечно. Драконов уже на два надо какого-то разъебать хотя бы, блядь. Давайте Лео. Прием, прием. Прием. А то у меня иногда что-то это, блядь, сбрасывается Дискорд на телефоне, и меня никто не слышит. Выстрелил в педрилу, нахуй. Сейчас чей-то дождь сдохнет, чей-то дождь сдохнет. На нахуй, хочу успел выстрелить, блядь. Ебать, ты Нео из Матрицы просто. Отойду 200 голды, жду на щит. Потом соберемся в центр, скажете, скажу, когда прокачается. Окей. На дракона убить право, нахуй. Заебал. Че, подойду, бафну вас. Да не надо, я сам баф. Ну не бафну, а, блять, я вылечу. А вот там будет? Качается, скоро будет. Какая летающая штука. А? Скоро будет, скоро будет. Я к редактору приловчился. Хорош. Ну, есть ульта, идем, есть ульта, собираем героев вместе. Вместе войска собираем. Войска Джиггернаута, все, в центр. Давай, нахуй. Да, я тоже еще. Дал. Ебашим. Все, раш, раш, вперед. Кто там? Дракона, давай разъебываем. Ага. Значит, 300 голды и это... ой, не голды. Короче, через 2 минуты построю пушку. Ой. А? Кто? Блять, Леонард, ты тут? Я тут. Он меня тут. Слышно? Блять, это я вылетел, нахуй. Ты вылетел. Все, бан по жизни. Алло. Да, ты вылетел. Ну все, Войт, тащи. Тащи, Войт.
Я хуй знаю, тут хуй поуправляешь, как, блядь. Ну, ну давай, похуй, я сейчас пушку построю. Сколько там? 29 минут, мы сейчас выиграем. Давай. Сука, интернет ебаный. Просто все войска вперед, хуярь. За городами просто построй вперед и пехоту строй. Пехота и пауки. Да делаю. Все, пушку. Пушку строю, короче. Сейчас, если что, скопятся, мы их разъебем. Сука, ебать, меня хуять, блядь. Я щит. До сих пор начал, что мне. На 2000 щит прокачаю, КД 8 минут, да мы выиграем. Короче, тут 5 минут нам продержаться осталось. 5 минут, бля, а шанс да, есть. Да, всего 5. Чё, проёбываете, что ли? Когда ты откинулся, все стало намного лучше. Короче, левика буду строить, похуй. Или нет? Нахуй он нужен, блядь. Ты пушку построил лучше. Пушка строится. Окей. Тогда Леонардо нет ресурсов, пускай он строит еще. А уже нет ресурсов. Ребятки, а нас паук спасет? Сухопутный левиафан, а? Я думаю. Да. Это... Войт, я не эксперт, но по-моему нужно отступить, блядь, чтобы они начали башенки сливаться. Я рад, блядь. Но я хуй знаю. Ага, заебись. О, я сейчас молотом тоже могу разъебать нормальную пачку. Сейчас на вот этой. Я разъебываю пачку на своем синем левом. Достраивать левиафан. Вот, я победу не чувствую. Где победа? Сейчас я левика подведу. Я, кстати, сейчас пушку скоро построю. Вот, у тебя, блядь, за передовым городом куча войск стоит без дела. Веди их, блядь, вперед. Вот, отступай. Ну, в смысле, они стояли за городом. Надо было их просто перед городом поставить, а не вглубь отправлять. Отступаем к городу, Войт. Сейчас выкопается левик, все нормально будет. Паука убили? Дракона? Это хз. Войт, куда ты попёр? Ты сейчас сливаешь всё, отступай к городу, ёханый бабай, по центру. Они ж, блядь, сольются сейчас об эту всю хуйню, которую мы тут настроили. А ты сейчас сливаешь то, что может нам помочь победить. Ебать себе тут фланг организовал, хуй пробьют. Сейчас нормально будет, сейчас. Если что, будут подходить, скажешь, я левика выкопаю. Осталось продержаться 2 минуты. Надеюсь, скрипт сработает. Хорош. Дождь, ебашь как боженька. О, у меня пушечка появилась. Ну все, это ГГ, пацаны. Это, блядь, ГГ. Просто на нахуй. На, блядь. Жри, блядь. Ебать, там два дракона, блядь, херачат.
Да сдохни ты, блядский дракон, блядь, несливаемая армия. Мы победили, ебать. Ебануться, блядь. Я уже хотел выстрелить в этого дракона. Победа. Чё, Ларкас, я думаю, нужно повышать градус трудности, потому что если в компании со мной мы эту хуйню прошли, то, блядь, однозначно нужно повышать градус, блядь. Да ничего не надо повышать, да, нормально. Так, а смысл надо повышать, нахуй? Потому что я хуёво играю, Войт хуёво играет. А, например, ты будешь играть, ты, там, Алексей и какой-нибудь Кирита, вы, блядь, будете чилить, считай. Поэтому надо градус, блядь, увеличивать. Я плохо играю.